все женщины, где в семье мама и девочки, всегда пьют чай. Поэтому я специально ездила и покупала такие вам, чтобы были для взрослых кружки и для более маленьких дочерей. Поэтому я вам хочу пожелать здоровья, чтобы все у вас было хорошо. В этой семье абсолютно женский коллектив. Мама Наталья и 3 дочки-школьницы. Влада, Жанна и Эльвина. Девчонки скромничают, внимание и подарки стали для них приятным, но неожиданным сюрпризом. Так в жизни складывается, что Союз женщин Хакасии поддерживает все семьи, независимо плохое положение, многодетные семьи, оставшиеся без попечения взрослых. В преддверии праздника Международного женского дня Союз женщин Хакасии проводит очень много мероприятий. Семья как бы в такой сложной жизненной ситуации. Надо обязательно вспомнить маму, поздравить ее, потому что у нее в семье 3 дочери. Уже есть и взрослые, и маленькие. Ежегодно полиция Абакана присоединяется к акции МВД России 8 марта в каждый дом. В ходе проведения данного мероприятия посещаются по месту жительства многодетные семьи совместно с членами общественного совета, где мы поздравляем мамочек с наступающим Международным женским днем. Хочется напомнить о том, что приближаются праздничные дни 8 марта, в связи с чем отдел по делам несовершеннолетних совместно с субъектами профилактики усилит контроль по проведению рейдовых мероприятий семей, требующих внимания со стороны полиции. В первые весенние дни внимание, подарки и поздравления всем женщинам, но, конечно, прежде всего мамам, каждый день которых наполнен любовью и заботой о детях.